Всем доброго дня! Приготовим грибную икру. Для этого нам понадобятся грибы, лук, помидор, чеснок, морковь, оливковое или растительное масло, уксус, соль, куркума и 3 вида перцев – красный, черный и душистый. Подготовили продукты. Все овощи почистили, с помидора сняли шкурку и порезали среднего размера. Будем приступать к приготовлению. Глубокий сотейник или глубокую кастрюлю наливаем растительное масло, выкладываем все наши порезанные овощи. И ставим тушиться. Будем периодически все помешивать. Грибы с овощами протушились, влага выпарилась, и будем дальше перерабатывать. Прокручиваем массу через мясорубку, постепенно добавляя в нее чеснок. В самом конце добавляем специи, все наши специи, которые мы подготовили в самом начале. Хорошенько перемешиваем и пробуем на вкус. Если чего-то не хватает, добавляем. Грибная икра готова. Приготовьте. Это очень легко и вкусно.